В бедном доме, на краю села, маленькая девочка жила. С мамой, без отца росли ребята. Девочка в семье была девятой. На коленях плакала вдова. Были горькими ее слова. «Помоги мне, любящий Христос, осуши глаза мои от слез. Господи, войди в наш бедный дом, повечерей с нами за столом, обогрей нас в стужу и дожди, никуда от нас не уходи». И Христос хранил детей и мать, не давал им скорби унывать. Голод, холод обходил жилье по молитве искренней ее. А неподалеку магазин с праздничными окнами витрин. А в витрине кукла в кружевах с алой лентой в черных волосах. Девочка не сводит с куклы глаз. Подержать ее в руках хоть раз, но цена на куклу высока. Можно лишь смотреть издалека. Закрывают магазина дверь. Помолившись, все легли в постель. Мама пожелала добрых снов. Завтра праздник, завтра Рождество! И сказала девочка Христу: «Как хочу я куклу к Рождеству! В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах. Подари ее мне завтра днем». Утром на пороге почтальон. Открывает девочка пакет, кукла в нем. От Господа ответ. И прижавшись к куколке лицом, девочка склонилась пред Христом. «Мой Господь, я так тебя люблю и от всей души благодарю. В сумрак ночи, в свете дня никогда не оставляй меня! Буду повторять я всем вокруг: ты мой верный, самый лучший друг! Буду говорить у всех дверей: нет надежней друга у детей!» А Христос, склоняясь над ней в тиши, слушал песнь восторженной души. К женщине богатой ночью той прикоснулся нежно Дух Святой. Повелел ей рано утром встать, куклу в бедный домик отослать. В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах, о которой девочка Христу говорила, отходя ко сну.